Всем привет! Как и обещали, мы снова в лаборатории TradeLog, и с нами инженер-испытатель Иван Занегин. Сейчас вы увидите, как проходят испытания замков на нашей пресс-установке. Возьмем замок третьего класса Кале-252RL. Класс замкам присваивается на основании прохождения трех испытаний. На взломостойкость, то есть вскрытие отмычкой, на надежность, количество циклов открывания и закрывания. И то, что вы сейчас увидите, на прочность. Чтобы достичь четвертого высшего класса по прочности, замок должен выдержать нагрузки на определенные узлы в соответствии с ГОСТом 5089-2011. Сейчас Иван будет прикладывать нагрузки к засову и лицевой планке, чтобы сымитировать силовой взлом двери ломом или забиванием ригелей внутрь замка. В первом испытании Иван прикладывает нагрузку в 6800 ньютонов, это почти 700 килограмм, к засову замка, тем самым имитируя взлом двери ломом. Замок успешно прошел первое испытание. Все узлы работают, замок открывается и закрывается. Следующим этапом нагружаем механизм фиксации засова силой равной 1960 ньютонов, это 200 килограмм. Замок выдержал и эту нагрузку и продолжает работать. В третьем испытании прикладываем нагрузку 4900 ньютонов, это 500 килограмм, к лицевой планке замка. Как мы видим, замок выдержал все нагрузки, значит смело можно сказать, что по прочности он имеет самый высший класс, четвертый. Ну а в следующем ролике мы расскажем вам про самое интересное в нашей лаборатории – 3D-принтер. Следите за нашими новостями.